Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG OLED 65G3 RLA, OLED 65G33 LA, OLED 65G36 LA, OLED 65G39 LA. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Легендарные самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED стали еще ярче с алгоритмом усиления яркости Brightness Booster, архитектурой контроля света и дополнительными улучшениями на базе интеллектуального процессора A9 4K Gen 6. Станьте победителем и наслаждайтесь каждый раз, играя на LG OLED EVO. Потрясающее изображение, минимальное время отклика 1 миллисекунда, совместимость с G-Sync и FreeSync, поддержка переменной смены кадров VRR. Телевизор LG OLED имеет всего 3 слоя, что позволяет получить яркое, контрастное изображение и очень тонкий и стильный дизайн. В течение последних 10 лет дизайн LG OLED EVO G3 постоянно совершенствовался и получил утонченный корпус со специально разработанными кронштейнами, которые позволяют установить телевизор практически с нулевым зазором к поверхности, делая телевизор единым целым со стеной. Размеры телевизора 144,1 см в ширину, 82,6 см в высоту, толщина 2,4 см, вес 23,9 кг, цвет серый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление ВИСА 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы: 3 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 4 HDMI 2.1, 1 Optical Audio Out, 2 антенны, 1 CI+ 2.0. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 23. Обновленный WebOS 23 – это центр любимого контента с полярными онлайн-кинотеатрами и рекомендациями, а также хаб домашних устройств для управления умным домом, который настроен специально для вас. Получайте персональные рекомендации по фильмам, обзорам предстоящих матчей вашей команды, персональные уведомления в едином месте, специально предназначенном для вас. Создавайте карточки с любимыми приложениями и сервисами. Их можно размещать, как вам больше нравится, менять и быстро переходить к любимому контенту. Чувствуйте себя как на стадионе, смотрите спортивные трансляции со спортивными оповещениями, которые напомнят о предстоящей игре. Управлять настройками можно с главного экрана. Также можно смотреть сразу две игры благодаря функции MultiView. Каждая сцена фильма становится живее благодаря сверхяркому изображению Dolby Vision и захватывающему пространственному звуку Dolby Atmos. Прокачайте звучание своего домашнего кинотеатра, дополнив звук телевизора LG OLED EVO с саундбаром LG Soundbar, чтобы получить мощный пространственный эффект. В телевизоре предусмотрены динамики с общей выходной мощностью 60 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Звук не представляет собой что-то выдающееся. Теперь о положительных моментах. Шикарное качество изображения. Удобный пульт с гироскопом. Быстрая ОС. Внешний вид. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!